Партия «Единая Россия» заняла большинство мандатов, около 70%. 27 октября в нашем крае состоялись выборы в 6 муниципалитетах Коми-Пермяцкого округа, в Уинском муниципальном округе и дополнительные выборы депутата Гремячинской городской думы. В результате партия смогла обеспечить 73 мандата из 106, 62 в Коми-Пермяцком округе и 11 в Уинском. Выборы и участие в них партии «Единая Россия» – это задача создать представительные органы, которым бы доверяли люди и которые смогли бы улучшить жизнь в конкретном муниципальном районе, селе, поселке, чтобы люди, которые представляют своих избирателей, были эффективными депутатами. В этих муниципалитетах прошли объединительные процессы, поэтому представительные органы избирались спустя полгода после завершения объединения. Но это не единственные особенности прошедших выборов. Коми округ – это когда-то был субъект, отдельный субъект Российской Федерации. Это территория со своим языком, со своими традициями, со своим менталитетом. Также секретарь регионального отделения партии Вячеслав Григорьев подчеркнул, что выборы проходили в условиях реальной конкуренции. Это подтверждает высокая для муниципальных выборов явка в 36,8%. В ближайшее время новоизбранные депутаты соберутся на свои первые заседания. Также в каждом округе будут созданы депутатские партийные объединения. Валерия Ермакова, Андрей Соловьев, Ветта-24.